Артюр Рембо. Вечерняя речь. Ангелок под рукой у того, кто стрижет. Сиднем жизнь провожу с кружкой для возлияний, с трубкой фирмы Гамбье, шею выгнув, живот, словно парус надут ветром праздно шатаний, будто с вышки ожжет голубиный помет. Тысячи дорогих есть со мною мечтаний, отчего лишь на миг сердце малость взгрустнет, словно забыл они вытек сок прорастаний. И потом, воротясь на порог, осушив кружек 40 почти, и отнюдь не сиропа, направляюсь к кустам, где начнется отлив. Нежно, чем не Господь кедра, древе и сопа, я мочусь высоко, небеса окропив, при напутствованье важном деле от тропа.